Так, ребята, всем привет. В это, так сказать, не особо простое время, кто привык жить по тем правилам еще, когда были просто обычные телефоны, там, либо вообще кнопочное что-нибудь такое, либо там, Вася, выходи гулять. А у тех все остается как было, так и осталось. Те, кто уже вырос на новой волне, мне кажется, тем сейчас нужно что-то такое типа соцсетей. Но, к сожалению, сейчас соцсети некоторые будут либо закрываться, либо временно закрываться. Поэтому как раз это видео будет сейчас именно для вас. Я наглядно покажу и расскажу, как из телефона сделать компьютер при помощи поставить сюда мышку. Все это подсоединю, и вы будете прямо как внутри экрана. Разумеется, на всякий случай можно показать свои помидоры, гранат. Ну-ка, в общем, как все растет потихонечку. Кстати, это домашние цветы, не забываем. Ну и, соответственно, о главной теме VPN. Да, это не просто боевая пуля, это бандитская пуля, так что не обращайте особо внимания. Она была сделана в сауне. Короче, как-то так. И да, кстати, кто не знал, вот так у нас обычно проходят стримы. Дискотечная хрень. Ну, 500 рублей стоила. Камера. Камера вообще огонь. Микрофон, сейчас я просто все отключил. И как-то так, компьютер. Может, компьютер чуть повыше даже поднять. Эх. По сути, все мы знаем, что VPN — это программа, которую наш IP-адрес переносит в другую страну. Ну, как бы у вас скрывает определенное твое местонахождение. И шифрует это все своими данными, в принципе, не такими уж заморочными, так сказать. Но я вам расскажу про два относительно бесплатных VPN, которых можно вот реально на халяву зайти в другую страну. Это Secure VPN и Turbo VPN. В них вы можете как и халявно лазить, так и за денежку. Ну, конечно же, за денежку скорость будет намного выше. Но и даже в бесплатной версии вы можете быть в другой стране, но просто прямо заберешь ты за секундочку. Я пользовался VPN в Китае, но не помню уже каким. Ну и, кстати, по-моему, я там $3 всего, ну как, не всего заплатил. За полтора дня $3 заплатил, а в первый раз вообще ничего не заплатил. Как-то получилось так. Данные VPN, что один, что второй, они халявные. Ну, теперь наконец-то разберем, что да как. Единственное, что у всех, у кого нормальные телефоны там и так далее, они надкусанное компостное яблоко. В общем, те смогут нормально все установить, а у тех, у кого огрызочек, так сказать, тем придется немножко попахать, взламывать свою систему. Для этого нам нужен нормальный гаджет. Ну, в данный момент это Samsung Galaxy S20. Переходник, кстати, не отдавался с Galaxy S7, Galaxy S8, 3 аж штуки. 3 у меня было их. Нужно, чтобы вам показать мышку, то есть мышку мы суем сюда. Сюда. И все подключается. Вот она уже, мышка, как вы видите. Сейчас включу вид экрана. Это делается несложно. Я уже скачал программку. Ну и в общем, можно. Все, идет запись. 3, 2, 1. И сейчас вас уже переключу на экран, что мы будем делать. Вот наша мышка. Тебе намного удобнее показывать, как минимум, как это все происходит. Заходим мы в Play Market. Пишем, ну вот у меня есть уже Turbo VPN, если что, можно так, Turbo VPN. Выбираем его, я его уже скачал, можно открыть, давайте его не здесь откроем, а именно уже конкретно здесь. Открываем, начальный период, нам ничего вот это бесплатного, платного не нужно. Ну, если хотите высокую скорость, то можно, в принципе, начать с него, бесплатный период. Ну, просто берете вот сюда, нажимаете крестик. И вот вам, пожалуйста, Turbo VPN. Сейчас он загрузится. Это мы закрываем. Зацените, там зацените. И вот, чтобы подключиться, нужна всего лишь вот эта кнопочка.
Сейчас он быстренько начинает подключаться. Все подключено. Какая страна? Вот, к сожалению, не знаю. Возможно, он сейчас покажет, какая страна, где мы находимся. Это рекламка. Ну, нам она, в принципе, не страшна. Что касается второго VPN. Давайте посмотрим. Так, мы, кстати, подключились к Соединенным Штатам. Майами. Скорость, очень даже неплохая. Ну, хотя так, все-таки относительно... Нет, ну, нормально. Скорость даже замечательная. Этот мы останавливаем VPN, отключаемся. Сейчас ничего узнать больше не нужно. Это все рекламки и так далее. Идем на обычный экран. Дальше. Также через Play Market. Sicori VPN. Так, это мы делаем. Ну, я наглядно буду показывать мышкой. Вот она у меня уже есть. Sicori VPN. Также ее просто здесь нажимаете скачать. Еще раз говорю, у андроида это намного будет легко. У обгрызного компостного яблока это будет намного тяжелее. Но и то оно может просто тупо даже не поставиться. Так что мы открываем. Ну, сейчас я наглядно покажу. Вот он у меня уже тут есть. Этот нарисованный ключик. Проверка настроек сети. И он, кстати, тут можно вообще авто при запуске телефона, при запуске всего. Можно авто просто сюда нажимаете, и он подключится. А можно так подключить. Вот тоже, опять же, единственная кнопочка. Подключить, либо этот будет на постоянке авто. Давайте нажмем подключить. Бесплатный. Так, у нас это что у нас? Это либо Польша, либо скорее всего, Бали. Это мы потом поставим. Вот, все, мы подключены. Здесь, в общем, все замечательно. Принцип работы этих двух программ одинаковый. Одна рабочая, одна запасная. То есть, в общем, какая работает, у какой скорость выше, той, в общем, и работаете. А так я не стал показывать никакой 100 грамм. После 14 числа сами посмотрите, сами проверите. Пришел ушастик, и он думает, что вообще тут происходит. Как запустили программу? Так можете пользоваться сразу своими любимыми соцсетями. Ваша попа двигает наш горшок. Ушастый кот, как вы считаете? Как ваше мнение? Значит, все хорошо, да? Ну ладно. Тот же самый YouTube, те же самые программы, которые просто так не заходятся из вашей страны, можно взять и легко поставить программку и перейти топа в другую страну. Ребята, к сожалению, это не реклама. Это ужас какой-то. И даже следующее видео я покажу, просто это реально сейчас будет нужно людям. Там будет это про карты МИР, как сейчас это Google Pay, Apple Pay. Народ же избавился, в смысле, для нас избавился. Как можно работать без них и также оплачивать все это телефоном. Вот так выглядит подключенное устройство. Все замечательно. Здесь получается от мышки. Вот эта хрень. Это переходник. И все. Вот так это все работает. Этот лайфхак тоже пользуется. Так что пользуйтесь, товарищи, данными приложениями. Я думаю, все будет хорошо. Ай, скоро помидорки уже будут. Да, они будут небольшие, будут маленькие. В общем, кому видео понравилось, ставим лайкосики, подписываемся на канал. Ребят, увидимся обязательно. Я думаю, все будет хорошо. Через некоторое время это все закончится, нам все вернут. Но на конкретный период, я думаю, это все будет полезно. Давайте увидимся, ребят, на связи.